Итак, друзья, всем привет! На связи интернет-магазин pneumat24.ru. Сейчас давайте рассмотрим такой электрошокер, как iPhone 4S. Так, в комплекте само зарядное устройство. Инструкция никакая не нужна. Устройство очень легко в использовании. Сейчас мы в этом убедимся. Ну и, собственно, наш шокер. На самом деле, с виду реально iPhone 4S, а сдалека так вообще не отличишь. То есть кнопки, все, панель. То есть если только смотреть очень близко, то будет понятно, что да, это какая-то подделка. Итак, давайте рассмотрим его в использовании. Итак, у него здесь внизу переключатель. Внизу переключатель в режиме, то есть у него тут три режима идет. Центр, выключить. Включить. Так, да, это у нас режим шокера, самый, получается, последний, а когда посередине находится бегунок, то это у нас фонарик, да, вот фонарик. Фонарик активируется на верхнюю кнопку, а шокер на нижнюю. То есть фонарик это плюс громкости. А шокер минус громкости. То есть как раз, когда человек будет хватать iPhone, если даже захочет его забрать, то может попасться на разряд. По мощности что скажу? На самом деле аппарат мощнее, чем его предшественник iPhone 4. Если там было 3,5 миллиона вольт, здесь 5,5. Пробой одежды у него довольно-таки хороший. Составляет 30 миллиметров, то есть для такого небольшого электрошокера это довольно-таки хорошие характеристики. По весу он 100 грамм, то есть легко умещается в сумку, в карман. В принципе, хороший такой аппарат, который можно носить с собой в целях самообороны. Ну, так-то в принципе все, что по нему еще можно сказать. Это шокер. Это фонарик. Да. Вот такой вот аппарат. Кого заинтересовал iPhone 4S в виде шокера, кто хочет делать такую ловушку для различных, не знаю, гопников, как их назвать-то еще по-другому, то заказывайте у нас данный аппарат. Наш адрес в интернете pneumat24.ru. Обязательно подписывайтесь на канал в YouTube, чтобы получать полезные видеообзоры. На этом все. Всего вам доброго.